Так, ну чё, идём? У тебя много патронов? Чё, где там Дима тусуется? Ужинал, пока мы играли, когда ты успел. Универсальный человек. Одновременно он может делать все. Ха-ха-ха. Прикольно. Мы тут коньяк пьем. Так что это тоже клево. Ну а я с сухариками. Я никакой сок, кстати, не покупал. Во-первых, я забыл про него. Во-вторых, я решил, да ну нафиг, я так попробую. Я же вчера так пил. Как, идет нормально? Да. Во, вот тут тоже сейчас будет, короче, много зомби. Вот тут меня часто убивали, когда я один играл. Да, это как называется-то по-русски опять эта фигня, я не помню. City Hall, короче. Да, да, ну как-то по-русски, как-то по-другому называется, не помню, блин. У меня вообще часто такая фигня, когда я знаю, что это значит по-английски, но по-русски нормально это сказать не могу. Но я понимаю смысл, да, что это значит. Вот, но по-русски не могу подобрать слово, как вот как можно, чтобы это объяснить по-русски. Да, я понимаю. Я вообще русский никогда не учил. Вот тут, видите, тут много людей-то сейчас живы, да? Вот, но кто играл в игру, тот знает, что потом произойдет. Кто не играл, то я тому не буду говорить. Что потом тут произойдет? Я всегда пропускаю, да я же уж смотрел. Кстати, а чё вот эту черную тёлку никто не выбрал? Она, кстати, спец по огнестрельному оружию. Подожди, у меня вроде был левелап, который я не прокачал. Точно, да, у меня два даже уровня, два уровня, которые я не прокачал. Сейчас я быстро выберу, что мне тут надо. Так, ну чтоб восстанавливалось здоровье побольше. Так. Когда я ломаю кости, врагам я получаю больше опыта. Вот это клевая тема. Прикольно. Не, вот это клевое тоже. Когда меня враги сбивают с ног, они получают повреждения. Прикинь, какая клевая штука. То есть меня кто-то сбил с ног, да, и из-за этого ему повреждение нанеслось. Круто, но логика, что нет в этом. Надо вниз пускать. Вниз? Ой, сейчас идти надо в супермаркет. А, или не тот квест. Если пойдем в супермаркет, то там нужно будет этих чуваков уничтожить, которые с пистолетами. Они типа оккупировали супермаркет, там типа стали тусоваться, и нужно типа всех замочить, чтобы их выгнать оттуда. Да, супермаркет за 5000. Ну что, пойдем. Только я запутался, куда тут идти. Вверх, вниз.
А, во. К станку все быстро. Я говорю, блин, она очень быстро ломается, поэтому нужно ее вешать на бейсбольную биту, которая лучше, ну, самую мощную. Всегда можно вешать, только главное, чтобы у тебя были компоненты необходимые, чтобы создать мод. Потому что если ты повесишь мод на одно оружие, то чтобы на другое повесить, тебе нужно опять эти компоненты собирать, которые нужны для этого мода. Ага. Опять через канализацию идти. А тут немножко пройти надо. Чё, почти пришли. Нет, еще 20 метров. Вон уже дверь на выход. Сейчас в супермаркете будем. Там огнестрельных чуваков много будет. Надеюсь, я тут найду пистолет, который мне подходит по уровню. Потому что все, которые я раньше находил, они все были выше уровнем, чем у меня. Фиг его знает. Так. Ну чё, за покупками пойдем? У меня 12-й. Пошли за покупками, купим на Новый год подарки. О, тут уже зомби сидят, жрут. А ну-ка, бейте их. Фас. Oh!
Вот тут жирный хрен. Бля, меня кто-то мочит конкретно. Круто. Что у тебя? Блин, у Вовы игра зависла опять, похоже, а меня убили. Ну чё, у него зависла игра, давайте тогда опять выйдем, чтобы у нас не зависла, и тогда он нас опять пригласит. Блин, вот хреново, блин, что так получается делать. Бля, меня уже тут жрут. Короче, я выхожу, сейчас он пригласит нас. Блин, так хочется поиграть еще, а? Она зависает, сука, постоянно, блядь.